Похоже, вновь настают времена, когда управдом, как говорится в одном известном фильме Леонида Гайдая, лучший друг человека. Чтобы укрепить эту дружбу, наладить прямую прочную связь между чаяниями жителей нашего района и соответствующими властными структурами, и собираются подобные форумы. Причем эти встречи уже давно носят регулярный характер. Это у нас уже 4-й форум управдом. Мы проводим его ежеквартально совместно с администрацией. Инициативная группа, Координационный совет ассоциации утверждает план. Мы отдельно специально собираемся, прорабатываем основные вопросы, которые нас, самые наболевшие, нас больше всего интересуют. И потом назначаем дату. Вопросы на встречах обсуждаются различные. Чистота дворовых территорий, подъездов, состояние детских игровых площадок и многие-многие другие. Причем двери форума открыты для всех желающих. Любой житель может прийти, вся информация есть в СМИ, есть в соцсетях, распространяем по почте, СМС-оповещение, сарафанное радио, как говорится. То есть любой житель имеет право прийти, мы любого выслушаем, поможем. Активная гражданская позиция – это кредо Елены Барижа. Ее, как видновчанку, волнует качество нашей жизни, поэтому встречи она посещает регулярно и выступает на них с конкретными предложениями. Я бы хотела обратиться ко всем жителям Ленинского района, прежде всего к активным и сознательным, с тем, чтобы они не только создавали советы домов и выбирали председателей по домам, но также и создавали организованные инициативные группы по своим улицам и районам. Подобная инициативность способствует более эффективному контролю за ситуацией в районе и вызывает поощрение властей. Награждается наш активный житель, неоднократно уже награжденный премией и грамотами, точнее, да, Олег Владимирович Хромова, Валуев Алексей Юрьевич. То, как мы живем, зависит прежде всего от нас самих. Поэтому приходите, общайтесь, задавайте вопросы. Вот поверьте, не придет никакой с улицы дядя и за нас с вами ничего делать не будет. Все должны делать мы сами. Информация о том, где и когда состоится следующий форум «Управдом», будет размещена на сайте администрации района и администрации поселений. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.